Ага. Не откроется эта дверь, пока не будет тревоги первого уровня. Соответственно, мы должны эту тревогу и сделать. Сразу тревожная музыка, ленту нам вручают почетно в количестве 3 единиц. Так, ну. Сохраняться, наверное, не буду, потому что вроде как только я сохранился, двигаем сразу вперед. Ну, так, ну, Макс, ну, получается, на открытую бету поиграешь. Так, ну иди сюда, иди, давай. Следующий, пожалуйста. Ну круто, а вот, конечно, отражение в воде очень они красиво сделали. Так, минус один, но он не последний парень в этом коридоре. А, ладно, пойду Fallout 4, Макс. Ну, классно, парень только что ушел. Это Fallout, конечно, я понимаю, что хочется, но ждем же все. Куда ты там пойдешь, Fallout 4? Так, парень погиб, погиб. Ладно, пока эту траву не буду забирать, пусть лежит в коридоре. Этот еще, конечно, в себя придет. Возьмете вы еще один диск, возьмем. Электрическим замком заперта эта дверь. Спускаемся ниже. Да, хотелось бы побольше патронов на дробовик, гораздо побольше. Ну, подходи. Это было неудачно. Патроны закончились. Давай. Ну, я надеюсь, они не подымутся. Ну да. Тут мои надежды и канули. Да уйди же ты, дрянь! Еще и за ногу он меня укусил. Но вот это точно не подымется. Голову она ему раздавила. И нож заберем. Ха, хорошая игра, если вместо зомби представлять сотрудников Blizzard. Ну, Макс, я понимаю, что ты расстроен. Так, еще один кинжал. Очень здорово. Патроны на пистолет никогда не будут лишними. Заперта дверь. Заперта дверь. Тут нам нужно электричество где-то восстановить, чтобы эти двери открыть. Патроны к Магнуму. Ура. Такой находке я очень рад. Записка. Записка исследователей. Ну, тут у нас идет о том, что они проводят эксперименты, и особи мутировала в человекоподобное существо. Мы называем его все V-Act. Как
Короче, у него там мышечная масса увеличена, очень агрессивным стало это существо. Hello, Mexico, hello, what's mean перестройка? It's amazing, amazing. Так, already found researchers have died from trying to feed it. Tune in place and to instant blood bath. В общем, уничтожить образец у нас, тут идет запись о том, что уничтожить образец это не вариант, но они погрузили этот образец в подвал. На обратном дворе, на кладбище. Так, здесь у нас компьютер, пока паролей у меня нет, давайте нажмем Escape, нужно пробежаться здесь их поискать. Тут нам еще предстоит с компьютером, конечно, взаимодействие. Love this game on the GameCube. On the GameCube this game was amazing. Так, аптечка полной первой помощи. Изучить. Так, что у нас дальше? Verify chemical you've never seen before. Ага, тут у нас какие-то химикаты, разные вариации химикатов, которых вы не встречали ранее. Но меня интересует батарейка. Battery pack. Как ее подобрать? Вот не хочет она к ней четко подходить. Да. Отлично подобрано. Можно немного подлечиться, но, по-моему, в этой комнате ничего не осталось. Двигаем дальше. Еще одна открытая дверь. Надо забегать туда. From 1 to 10, I recommend this game to you. I think 11. If you like the game on GameCube, I think you need to replay this game one more time. On PS4 it's not bad, but I think GameCube version was the best. Так, нашел я зеленую траву, mix it of two green herbs. Здесь у нас микс из двух зеленых трав. Здесь у нас рычаги, мы не можем пока что с ними взаимодействовать. И для того, чтобы открыть эту дверь, нам необходимо взаимодействовать с рычагами справа от нас. No problem. No problem. Так, ну что, мы можем зайти в эту дверь? Почему? Ага, вот, она закрыта. It's locked. Куда нам дальше бежать? И вот сюда нам. Возьмете ли вы рентген? Обязательно. Блин, ну много я несу с собой трав и дисков. А, кстати. Кстати, диск, наверное, нам получится тут где-то и применить.
Записка, значит, опять же, записка следователя 8 июня 98 года адресована Аде. Это записка. Давайте не буду я зачитывать тут все это, переводить. Суть записки просто следующего характера. Тут нам говорят о том, что нужно использовать мое имя и твое имя, но это письмо адресовано Аде, соответственно, ее имя это Ада, а его имя мы в конце записки узнаем Джон. Его зовут. Спасибо тебе, Ада, то, ну, там, с любовью, Джон. В общем, такая записка. Мы, в общем, узнаем из ее содержимого два этих имени, которые мы и применим на компьютере. Больше предметов внести я не могу. Нам необходимо снимок подобрать. А, тут у нас еще возле снимка есть еще одна очередная записка. Чтобы открыть двери с электронными замками, вам необходимо расположить инициалы в алфавитном порядке. Давайте посмотрим, что у нас здесь на рентгене. Алекс Беккет. Ну, в общем, на это A, первая буква алфавита. Здесь у нас Эд Фишер. В руках у нас рентген с именем Кларк Дэвид. Ну, Си, эта буква вот сюда, наверное, будет размещена. Давайте попробуем использовать. Да. И второй рентген мы заберем. Снова мы читаем эту запись, что должны быть снимки расположены в алфавитном порядке, и исследуем еще раз. Man пишется через A, Макс. Так, name is Гейл. Гейл Холланд. Отлично. Текст, конечно, ну, предложение ты, конечно, классное написал, но вот в первом же слове сделал ошибку. Так, мы расположили. Кларк Дэвид, это сейчас. Хотите ли вы переставить фото? Нет, не хотим. А, да, я забыл. Нам нужно здесь включить вот этот выключатель. Здесь какой-то переключатель. Нажать его, да. Ну, не знаю, то ли ультрафиолет, то ли что. Часть этого светится красным. Я думаю, что от прохождения с Крисом будет отличаться слово, которое мы будем вводить на компьютере. Прошлый раз, если кто не знает, и в принципе я не знаю, будет ли вам это спойлером, но я его скажу, это слово. Это cell было прошлый раз. В общем-то, клетка или подвал. Ну, C, E и 2 L на конце. На этот раз у нас немножко по-другому все будет. Так, на Алекс Беккете у нас колон тоже. Толстая кишка. Это первое. На Кларк Дэвиде пищевод. Это эсофагус. Е-буква. На Эдди Фишере печень. Ливер. Л. Все то же самое слово. И легкие. Л тоже. Тоже сел получилось. Слово. Извиняюсь. Это слово будет применено на компьютере, который мы ранее встретили. Давайте вернемся к нему и будем, в общем-то, проявлять навыки хакера. Тройка по пятибалльной. Круто, что ты вообще это написал. Не, ну, Макс, ну ты написал так, достойно, я бы сказал. Только слово Кен, ну, Кен, я так понимаю, оно пишется через Си. Это можешь, ты пытался написать. Кен – это имя бойфренда Барби получилось в твоем случае. Но я-то, вот, я как, я смог перевести то, что ты написал, а вот человек, который, наверное, не русский, он вряд ли сможет. Вот, ну, тебе это, десяточка по десятибалльной за старание тут. Так, куда мы двигаем дальше? Мы двигаем назад к компьютеру, и теперь мы будем проявлять свои хакерские способности. Так, логин Ада. Вводим Enter. Пароль у нас Джон.